Привет, друзья! С вами Елена Феоктистова, и сейчас мы научимся делать премьеру наших роликов на YouTube с телефона. Выбираем ролик, кликаем «Еще», «Поделиться», «Через YouTube», пишем название ролика и выбираем «Ограниченный доступ». И это обязательно. После того, когда видео загрузится и обработается, мы переходим в творческую студию YouTube. Как видите, написано, что готово к просмотру видео, его можно смотреть. Творческая студия YouTube – это вот такая программа. Если у вас ее нет, установите ее на телефоне. Переходим в видео. Вот последнее видео, выбираю «Козы едят». Кликаю по нему. Справа в верхнем углу. Раз, два, три. Третий значок. Карандашик. Нажимаем на него. Тут видим слова «Изменить видео». Нам нужно изменить доступ. Выбираем «Конфиденциальность». И последнее у нас «Отложенная публикация». Выбираем, когда мы хотим поделиться этой публикацией. Например, сегодня, 10. 22.00. Нажимаем ОК. Как видите, сохранилось все. Нажимаем сохранить. И уже у нас, видите, возле видео написано «Отложенная публикация». Но, друзья мои, это не значит, что мы с вами назначили премьеру. Для того, чтобы назначить премьеру, нужно сделать еще кое-какие действия. Нам нужно войти еще в браузер и здесь включить настройки премьеры. Это у нас получается на телефоне. Мы входим в версию для ПК, персонального компьютера. Вот у нас, вы видите, есть время 10 ноября 22.00, но не включена премьера. Вот сейчас я ее включила. Видите, стала синяя галочка. И нажимаем «Сохранить». То есть это все равно, что мы вошли с компьютера. Включить без такой версии страницы не получится. Обязательно нужно входить через браузер, чтобы версия была не для Android, а для настольных ПК. На этом все. Надеюсь, что была вам полезна. Всего доброго, друзья. Всех благ и желаю. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Вам не сложно, а нам приятно. Пока-пока.